Привет, это Черногория, курортный городок Херцег-Нови. Сегодня посмотрим немного пляжей, немного набережной, старинные крепости, узкие городские улочки, великолепный причал и панораму Херцег-Нови. Поехали! Из-за холмистого рельефа в Херцег-Нови много крутых тропинок и лестниц, поэтому его называют городом тысячи ступенек. Старинная морская крепость Порт-де-Маре построена в конце 14 века, прямо на скалах, поднимающихся из моря. Вид со стен крепости на Херцег-Нови обалденный. Это башня Канликула, кровавая башня, след турецкого владычества. Сооружение впечатляющее. В наше время используется для международных музыкальных фестивалей. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, напишите комментарии, задайте вопросы, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые видео, а мы их выпускаем постоянно. Всем удачи, до встречи!